вы команда номер 3, и для своего приложения, которое вы сделали на этом хакатоне, вы выбрали проблематику паттерна. And we are the team number 3, and for our presentation we choose the problem of parking. Так как эта проблема, она задевает всех, как и пешеходов, так и общественный транспорт, так и водителей. As this problem is common for everybody, for the pedestrian, for the driver, and for the municipalities. Вспомните, пожалуйста, как вы действуете, когда вы выезжаете куда-то в город. Please remember, how do you usually act when you come to the city? Наверняка вы вбиваете свой маршрут в GPS-навигатор по пути в автомобиль, либо в самом автомобиле. I think that probably you put your road to the GPS-навигатор by your way when you're in the car. И потом начинаете свое движение. And then you start your movement. В надежде на то, что вы с легкостью сможете найти парковочные места. I hope, having a great hope that you will easily find the parking place. Но госпожа Фортуна отвернулась от вас сегодня, и она ушла по своим делам. But Miss Fortuna is not with you today. She has another things to do. И вам приходится кружлять по городу и искать свободное парковочное место. And you make round on the city and looking for the place to park. Такая же история могла произойти с Анной. The same story happened to Anna. Она решила в четверг вечером поехать в свой любимый салон красоты после работы. On Saturday evening she decided to visit her favorite beauty salon at the end of her working day. Но вспомнила, что это окончание рабочего дня, и решила оценить ситуацию. But she suddenly remembered that it's the end of working day, and she decided to estimate the situation. Вспомнила, что она недавно установила приложение Parking Guide. And she remembered that she has launched Parking Guide application. Начала вбивать адрес своего салона. And she started to input the address of a beauty salon. И наше приложение показало ей ближайшие паркинги, которые свободны. And our application has shown the nearest parkings, which were free. Для демонстрации работы бэкэнда мне необходимо парочку минут. I need a couple of minutes to demonstrate the working of backend. Мы сделали чат-бота, который, ну, это быстрое решение. We made chatbot, it's a quick decision. К сожалению, отсутствует интернет, поэтому чатбот не отвечает. Unfortunately, we don't have internet, that is why chatbot is keeping silence. Вставляем адрес нашего пути, и он нам просчитывает. Input the address of our route and he will calculate it. И здесь мы видим топ-3 самых разгруженных парковок. And here we see top-3 parkings with the most quantity of free places. Наше приложение решает проблематику как для пользователей. Our application have the solution to this situation both for users. Помогает находить им свободные места. It helps to find them free spaces. Экономить на этом времени. Save time. И информировать о возможной загруженности. And inform about possible traffic. Для города. Both for city. Помогает разгружать трафик запаркованными автомобилями. It helps to unload traffic from unparked cars. И благодаря статистике можно будет понять, где парковки нужны.
And due to this statistic data, you can understand where you need the parking places. Мы использовали Python и SQL. We use Python and SQL. Дальнейшее развитие нашего приложения мы видим в том, чтобы подсоединить к приложению AI. Further development we see to use AI application. И позволить автомобилистам бронировать парковочные места и оплачивать их. And this will help the driver to reserve parking places and pay for them. Спасибо за внимание. Thank you for your attention.